Янтарь у тебя? Вот он. Отлично! Я уже все приготовил. Мне осталось лишь установить янтарь в оправу. Вот и все. Доволен? Отличная работа, Хальвин. Выглядит просто великолепно. Волнуешься? Да, немного. Не беспокойся. Она ж беременна. Она не откажет. Что? Она что, тебе еще не сказала? Айви беременна? Как? А разве вы вдвоем не... Ну, ты понял. Да, но... Ну, тогда и удивляться тебе нечему. Вот, забирай браслет, отправляйся к ней. Все будет в порядке. Ты беременна? Кто тебе сказал? Хальвин! Вот кретин! Так это правда? Я всегда хотела маленького. А ты разве нет? Да, но это так неожиданно. Ну вот и отлично. Ты что-то еще от меня хотел? Твой отец дал мне свое благословение, и я принес тебе обручальный браслет. Ты выйдешь за меня замуж? Да. Да? Да, но с одним условием. С каким условием? Пообещай мне, что мы отправимся в Аргаан сразу же после свадьбы. Но ты же беременна. В том-то и дело. Прежде чем я стану круглой как мяч, я хочу уехать с этого скучного острова и пережить настоящее приключение. Тогда я пойду поговорю с Диего. Поторопись. Он собирался покинуть Фишир навсегда. Все хорошо. Ну что, пастух, юная леди согласилась? Практически да, но мне нужно убедить Диего забрать нас с собой в Аргаан после свадьбы. В Аргаан? Арук с Аргаана. Из Сильверлейка. Там все еще живет брат Арука Дарук. Может быть... Пастух найдет его и передаст ему привет. Конечно. Если я встречу твоего брата, я передам ему твой привет. Ah, there you are. I'd hope that you come. О, вот ты где. Айви беременна. Что? Но вы же еще не женаты. Ну да. Грамар в курсе? Нет, я лучше не буду ему говорить. Загляни попозже. Займись чем-нибудь полезным, а не ошивайся тут бестолку.
Кнут? Чего тебе нужно? Набить тебе морду за Айви! Ты правда думаешь, что у тебя что-то получится? Засранец! Я тебя прикончу! Ну что ж, тогда давай сразимся. Я тебя в овцу превращу! Стоп, стоп! Ты победил! Оставь Айви в покое, ты меня понял? Да, конечно, да. Я оставлю ее в покое. Отлично. Наконец-то ты здесь. Если ты улыбаешься во весь рот, то Громор, наверное, дал тебе свое благословение. Да, дал. Тогда поздравляю. Айви хочет отправиться со мной в Аргаан. Там война идет, дружок. Там нет места любящим друг друга людям. Когда ты начинал учить меня, ты обещал, что однажды заберешь меня в Аргаан. Но тогда ты собирался поехать один. А теперь ты хочешь взять с собой Айви. Ты был хорошим учителем. Я теперь смогу защитить ее от кого угодно. Ты сможешь ее защитить? Докажи. Ты снова хочешь со мной сразиться? Нет. Вот тут у меня есть пучок редких трав для Лирки. Отнеси ей его. Ты хочешь, чтобы я пошел к Лирке? К ведьме? Мне придется пересечь темный лес. Говорят, там живут самые свирепые звери на острове. Но тебе вовсе не обязательно идти туда. Ты можешь остаться на Фишире с Ави и пасти овец. Давай сюда свой пучок и отнесу его Лирке. Хорошо. Вот он. А вот и ключ. Он открывает дверь в самом конце моей пещеры. Иди на восток, пока не выйдешь на тропинку. Иди по ней на северо-запад, и она выведет тебя прямо к хижине Лирки.
что, боишься Лирку, ведьму из темного леса, да? Я не боюсь. Может и так, а может и нет. Мой нос говорит мне, может быть. Меня прислал Диего. Да, я знаю. Я принес тебе травки. Так отдавай их мне, а? Вот твои травки. Ну, я пошел. Пошел? Нет. Ты же здесь не только из-за травок, верно? Диего больше ни о чем не упоминал. Нет, в самом деле. Но он пообещал мне, что пришлет себя ко мне. Да, точно пообещал. С чего это он вдруг? Может, потому что это я его попросила, а? Ты? Зачем? Потому что я что-то почувствовала сразу же после того, как тебя нашли, а? Что-то, что нужно разбудить. Ты сказала, что почувствовала что-то сразу после того, как меня нашли. Что ты имела в виду? Альма не твоя мать, а? Нет, она моя мать, я уверен. На самом деле, она нашла тебя на берегу после ночного шторма. Я тебе не верю. А ты спроси у нее, когда вернешься, ага? Почувствовала? Что-то, что нужно разбудить? Я ни слова из этого не понял. Что-то дремлет в твоей груди, а? Какая-то сила. Какая-то магическая сила. Я ни о чем подобном не знаю. Да-да, я это чувствую, а? Это просто нужно разбудить. Как? А ты просто закрой глаза, а? Хорошо, я тебе доверяю. Смотри, я закрываю глаза. Да, очень хорошо, ага. Снова проснулся, а? Сколько же я проспал? А, всего пару часов. Пару часов? Пробуждение магии требует времени. Я теперь могу читать заклинания? Может быть. А может быть, только пользоваться волшебными свитками, а? Где мы находимся? В пещере, расположенной под темным лесом. Я знаю эту пещеру. Благодаря твоим снам, а? Да, точно. А что мы здесь делаем? Хочешь сделать мне одолжение, а? Одолжение? Эта пещера кишит глинистыми паразитами, которые паразитируют на корнях. Ага. Их невозможно убить с помощью стали. Они прячутся в своих раковинах, прямо как черепахи. Но ты можешь этому помешать с помощью молнии, ага? Молний? Вот, возьми этот магический свиток, ага. Убей глинистых паразитов. Из-за них мои деревья болеют. И не забудь про их матку, а? Ладно, хорошо. А если у тебя кончатся свитки, возвращайся ко мне. Я тебе еще дам. Только не трать их попусту, ага? Нет ли у тебя еще магических свитков? Да ты же еще тени все извел. Вернулся, значит.
Ха-ха-ха!